Светлана Лобода оказалась в центре скандала. В этот раз певица публично отказалась принимать участие в фестивале, организаторы которого вынесли на всеобщее обозрение подробности райдера знаменитости. Камнем преткновения стали 24 градуса. Именно такая температура должна быть на сцене во время выступления. Почему? Вариантов было масса, но ни один из них не устроил саму Лободу. И в ее социальных сетях появился грозный пост. О странностях райдера звезды давно ходят легенды. То Светлана просит посуду определенного цвета, то определенные увлажнители воздуха. Но, по словам Лободы, все в пределах разумного.